Всем привет! Сегодня будет новая рубрика «Постройки из 10 блоков, 100 блоков и 1000». Сегодня из 10, 100 и 1000 блоков вы будете строить паркур. У каждого из вас есть своя зона для строительства, в которой вы будете строить этот паркур. Только 10 блоков, время пошло. Три, два, один, ноль, заканчиваем строить. Ну что ж, давайте приступать смотреть ваши паркуры из 10 блоков. Кто хочет быть первым? Давайте я. Ну ладно, раз все хотят, тогда давайте будем идти по порядку. Первый у нас паштет. Что это вообще такое? Но я вижу, что это большое и красивое. Так, здесь можно запрыгнуть наверх. Давайте проходим этот паркур. Его вообще возможно пройти? И куда теперь? Так, прыгаем сюда. Паштет сам проходит свой же паркур, и у него это получается. Теперь нужно перепрыгнуть через стены, это тоже довольно легко. Да. После чего запрыгиваем сюда, потом сюда, сюда. И проходим по самому тонкому проходу и попадаем сюда. Ну что ж, теперь давайте измерим этот паркур и оценим его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У тебя паштет в этой постройке ровно 10 блоков. Мне понравился этот паркур, поэтому я поставлю ему 9 из 10. Давайте я теперь ты получаешь 59 очков. Тебе не хватает одного очка до 60. Извини. Следующий паркур это паркур Хайпуса. Он выглядит следующим образом. Вроде бы все должно быть легко. Запрыгиваем на этот блок, после чего просто проходим этот легкий паркур, которым поднимаемся на самом деле. Ура! Мы прошли все с первой попытки. Давайте посчитаем, сколько в нем блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тоже 10 блоков. Ну хотя так и должно быть. Он прикольный, но паштета мне вроде понравился больше. Я поставлю 7 из 10. 6,5. Леур 10. Ты получаешь 38,5 очков. Паштет пока что лидирует со своими 59 очками. Следующий паркур от Сика. Давайте попробуем пройти этот паркур. Хоп, хоп, хоп. Он легкий, но немножко сложный. Давайте его тоже оценим. Я дам этому паркуру 5 из 10. Это 4. А за 4 6 из 10. 9 из 10. Мне нравится. И мистер Поппер 6. Я ставлю этому паркуру 4, потому что его можно пройти за 3 прыжка. Получается ровно 30 очков получает этот паркур. Пока что у нас паштет все равно не делает. Переходим к паркуру Леура. Почему он такой деревянный вообще? Так, давайте пробуем. Раз, два. Все, я застрял. Проходим, проходим. Да, это очень легкий паркур, и он состоит из дерева. Я ему поставлю только 4 из 10. 4 из 10. Мне нравится, поэтому 10 из 10. Тебе вроде бы все нравится. И ты получаешь 38 очков. Деревянный паркур занял второе место. Следующий паркур мистер Пропера, который выглядит вот так. Он у него разноцветный, у него тут приятные неоновые цвета, поэтому я за это поставил 10 из 10. А это что такое? Ау, куда оно полетело? Это паркур с ловушкой! А мы поднялись до самой верх, и нас сбросило вниз. Красиво и очень мощно. 10 из 10 я ставлю. Паштет ставит 7. Ну, здесь чего-то не хватает, мне кажется. Поэтому 9 из 10. Ты получаешь 49 очков из 60. И последний паркур из 10 блоков от Фрутикса. У него здесь очень красивый пол. Давайте попробуем его пройти. Я смогу это пройти. Все, я прошел. А, нет, не прошел. Хоп, хоп. Ура! Мы все прошли этот паркур. Я поставлю ему 9 из 10, потому что он очень эпичный. И здесь внизу есть много-много лавы. Пропер ставит 5. Он мой друг, поэтому 10. Хайпис, если бы ты добавил ему еще пол очка, тогда бы он был бы на втором месте. Это все паркуры из 10 блоков. Теперь вы будете строить паркуры из 100 блоков. Они должны получиться более эпичными, красивыми, детализированными, вообще крутыми, короче. Я думаю, сейчас ничего интересного не будет, поэтому сейчас таймлапс.
Вот и прошли 10 минут, и вот ваши паркуры из 100 блоков. Выглядят они очень эпично. Ну, и начнем мы с этой башни ада. Пошли. Выглядит она очень красиво. Здесь есть зеленая трава и синий паркур. Поднимаемся по лестнице и проходим этот паркур. Здесь у нас крутятся элементы такие круглые. Потом проходим по вот этой палке и поднимаемся наверх. Ты построил это из 100 блоков. Это выглядит очень красиво, поэтому я поставлю 70. Паштет получает 41 очко. Следующий паркур Сика. Здесь точно нет 100 блоков. Здесь у нас тонкие разноцветные палочки, по которым мы должны прыгать. Почему они такие маленькие, эти блоки? Стоп, я же могу просто вот отсюда прям финиш. Паркур не проработан, тут можно читерить, поэтому я поставлю 4. Паштет тоже ставит 4. Лиу 3. 5. Сик у нас получает 20 очков. Следующий паркур Лиура. Запрыгиваем на первую платформу, вторую. Ура, я прошел паркур, и здесь нас ждет сокровище. Мне этот паркур очень понравился, поэтому я ему поставлю 8 из 10. Ты получаешь 45 очков и выходишь на первое место. Отрываясь от паштета всего лишь на 4 очка. Теперь давайте посмотрим следующий паркур, который у нас построил мистер Пропер. Он выглядит очень красиво, мне очень нравится, потому что здесь красивый пол, красивые блоки и... Я не знаю, что это, но оно тоже красивое. Проходим паркур, и мы попадаем на белый паркур. Это как? Мы типа на облака поднялись, что ли? Они тоже светятся приятным цветом. Да. Поднимаемся наверх. Нет, я не люблю это. Как? Не уходи там. Я прошел это, ура! Как и паштет. Тут очень приятные цвета, все очень красиво, детализировано, мощно, поэтому я поставлю 10 из 10. Ладно, 9,5. 56,5 очков набирает этот паркур. И это первое место с большим отрывом от Лиура. Теперь последний паркур Фрутикса. Он выглядит очень красиво, потому что здесь на траве разноцветные блоки, по которым мы должны прыгать, 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 прыгать. И что это? Башня крутится? Мы забираемся в нее. В ней тоже есть паркур, и все время она движется. Паркур очень механизированный и красивый, поэтому я поставлю 10 из 10. Да, я тоже 10 из 10. 46 очков! Точно. Ты и занимаешь... последний паркур, финальный, от Монолита. Он выглядит очень эпично, потому что на нем есть лазерные лучи, это очень креативно, они разноцветные блоки, поэтому я бы сразу поставил 10 из 10, но давайте его сначала пройдем. И все, пройдено. Нет, я упал за вниз. Ну, я прошел. Паркур очень красивый, детализированный и вообще крутой. Он очень креативно сделан, тут много крутых идей, поэтому я снова ставлю 10 из 10. 50,5 очков. Ты не занял первое место, но набрал 50 очков с половиной. Расходитесь по разным командам и готовьтесь строить паркур из 1000 блоков. Давайте. Время вышло, и вот паркуры из 1000 блоков. Ну, вообще, это паркур паштета, и вон все остальные паркуры. Давайте начнем с паштета. Пройдем его паркур и посмотрим, как он выглядит, и оценим его. Ну, здесь есть красивая золотая дорожка, и весь паркур выполнен в стиле денег. Тут только доллары, доллары, доллары. Начинаем его проходить, давайте попробуем его пройти. Thank you.
Ура! Я прошел паркур. Давайте посчитаем оценки. Почти все поставили 10, кроме мистер Пропера. Итого получается 59 очков. Ты получаешь 59. Вот такой паркур у нас построил Монолит. Ну, давай мы пока попробуем пройти. Я думаю, мы даже это сможем пройти без чекпоинта. Оп, 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 оп. Куда это я попал? Где? Что? Почему здесь 100 кнопок? Ну ладно, я нажму на все. Ура, я открыл дверь. Здесь есть конфета, съедя которую я должен пройти прыжок. Вот это очень сложно, когда ты проходишь. Почему это сложно? Также здесь был бутерброд и длинный интересный паркур, поэтому я поставлю этому паркуру 8 из 10. Я ставлю твердую семерочку. Я ставлю 7 из 10. Ты получаешь 48 очков. Теперь давайте посмотрим паркур Фруктиса, который у него очень детализированный. Интересная тема у него такая на паркуре. И давайте начнем его проходить. Ну здесь красиво, здесь красиво. Я подожду, пока остальные пойдут. Так, сначала сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда и потом... Не знаю, что это было, но мы это прошли, и здесь джик угейм. Ура, садимся за крутое кресло, давайте. Ну это было очень красиво паркур, а куда? У него тема была интересная, поэтому я поставлю этому паркуру 10 из 10. 55,5 очков. Ты занимаешь второе место просто. Мистер Пропер у нас построил такой интересный паркур, на котором у нас будет токсичный уровень с вентиляцией. Токсичная вентиляция. Остров нетоксичный. А что будет дальше, я даже не знаю. Давайте начинать его проходить. Лава внизу. А почему в помойке лава? Заходим в вентиляцию, ладно? О, тут вообще все какое-то. Я прошел на следующий уровень. Здесь у нас вот такой песок и красивое дерево. Здесь надо паркурить. Я прошел, и здесь у нас игра в кальмара. Надо выбрать, какой блок верный. Так, я буду это проверять при помощи Зега. Зег, готовься. Либо ты сейчас выживешь, либо нет. О, ты выжил. Ладно, тогда значит этот блок. Спасибо. Это верно. Прыгаем. А, нет, неверно. Идем вперед. Право или налево? Давайте, идите. Ага, значит, прямо. И. О, тут везде радуга, красиво. А, я упал не так. Кажется, я не должен упадать. Здесь у нас красивый паркурчик и финиш. Ура, я первый прошел этот паркур. Давайте оценим этот интересный паркур. Я поставлю этому паркуру 9 из 10. Ты получаешь 54 очка. Круто. Это паркур Лиура. Можете начинать его проходить. Странный паркур, потому что почему мы должны прыгать по домам? Так, ладно, я забираюсь по лестнице, и здесь начинается паркур. Да, и конечно, я сразу сначала... Есть паркур по деньгам страннее, чем паркур по домам. А чё вы так уже далеко? Я тут только начал, а вы уже в конце. Так, здесь опять прыжок. Почему такие дома какие-то? Коричневый дом, черный дом, синий дом. Дом, зеленый дом, желтый дом. Ну ладно. Так, и здесь я забрался на финальный дом. Ага, меня как-то внутрь этого дома закинули. Внутри дома ничего нету. Ты получаешь 43 очка. Я второе место. Ты третье место. А нет, больше половины участников это рандомные подписчики с моего дискорд сервера, ссылка на который будет в описании. А вот другое и интересное видео, как постройки за одну 5-10 минут. На самом деле Games. Лиур, Паштет, Фрутикс, Мистер Пропер, Монолит, Сас и Лиур. Всем пока. Всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.